Здравствуйте, с вами снова Дмитрий Кухтенков, и следующая инструкция, как, ну скажем так, запустить вирусный эффект, опять же, через социальную сеть «Мой мир» и раскрутить наше видео. В первую очередь, здесь что нужно делать, да, когда вы заходите по ссылочке, нужно обязательно поставить оценочку, желательно добавить в избранное. Номинировать на конкурс — это платно. Кнопочку «Нравится» обязательно нажать. Показать друзьям. Здесь написать текст, к примеру. Да, просто напишем банально «Смотреть до конца». Так, поделиться. Так, опубликовать — это если у вас есть свой блог или сайт, вы можете опубликовать это видео. Вот, и еще нас интересует вот эта вот классная кнопочка «Отправить другу». Здесь мы выбираем друзей, или через контакты mail агента, или через список друзей. Давайте попробуем через контакты mail агента. Вот, сейчас оно будет загружаться. Пока подождем. Так, нажимаем на кнопочку «Выбрать всех». Когда много друзей, что-то компьютер, точнее интернет или социальный сеть «Мой мир» притормаживает. Осел пустился вскачь, и повозка ехала в ворота. Все, мы выбрали весь список друзей, и теперь, в принципе, здесь можем написать любой текст. Вот. Ну, оставим так, как есть. Нажимаем кнопочку «Отправить». Все, вот так можно создать вирусный эффект, легко и не напрягаясь. Поделиться с друзьями. Ну и, соответственно, чем больше людей посмотрит наш видеоролик, тем больше людей зарегистрируется в нашу золотую автоквалификацию. Все, всем пока, всем удачи!